Здравствуйте, осужден Руслан Фредерик Хадович, сегодня середину проходим, представляю, вспомнил. Осужден Руслан Фредерик Хадович, сегодня за глажение, сейчас 50 матча, а третий, а срок на мед свой режим. Представляете? Товарищ полковник, Кушуматов Валерий Анхатович, 1979 год рождения. 19.09.2020 года в 20:35 в ходе проведения внеплановой обыска участка Хоздвор, а именно в кабинете коменданта жилой зоны его было обнаружено и изъято запрещенный предмет, а именно в столе бумаги, мобильный телефон марки Samsung. В лобной полке также обнаружен сотовый телефон марки Samsung. В ходе проверки факта нахождения и использования запрещенных предметов установил и подтвердился, чем данный осужденный нарушил УИК РФ и ПВР его имеется. Рапорт от начальника отряда, рапорт от младшего инспектора, заключение материалов служебной проверки. Все правильно сказано? Да. Предложение уже на члена комиссии. Удалить штрафную изоляцию. Признаю злостным нарушителем. Поддерживаю. Поддерживаю. Телефон-то откуда там взялся? Объяснение написано, Геннадий Ильич. Да, Ибрагимов писали. Ибрагимов? Другой писали. Исмаилов. Нет, не другой. Пока в коридоре, подожди, по следующий заходи. А что вы, СУС документы приготовили? Ну, а как? А кто тут? Кто комендантом из вас пойдет работать? А? Кто, говорю, пойдет работать из вас? Руки поднимите. Злостное нарушение оформлено. Если надо найти коменданта, будем искать его. А где вы его? Чего по Кусаматову? Я уже сказал свое. Если делать так, как вы говорите, это надо проверку менять. Меняйте. Что его причастность, что он не причастен к этому. Меняйте.
Что хотите, то и делайте. Где вы коменданта найдете? Где? Да нигде. О чем мы речь? О том, Максим Вячеславович. Ищем.